Парковка для самых маленьких. Около поликлиник в Купчино появились крытые колясочные стоянки. Теперь не страшны ни снег, ни град. Транспорт надежно спрятан под стеклянной крышей. Детское поликлиническое отделение на Пражской 38 и 29-я стоматологическая поликлиника первыми подумали о юных пациентах. До конца года колясочные стоянки появятся еще около 2 медицинских учреждений. Уже в 2016-м детский экипаж можно будет комфортно припарковать возле любого лечебного социального объекта во Фрунзенском районе. Очень удобно. Во-первых, от дождя закрывают, а во-вторых, честно говоря, побольше бы еще. Если бы рядом с домами были, вообще шикарно. Потому что в доме в самом коляске поставить негде, а рядом с домом было бы вообще замечательно.